Он очень хорош, он написал. И они будут падать Грейси Грув. Ну, сейчас посмотрим, как у них получится. Ну, просто... На самом деле, ПР ни о чем не говорит. Будь у тебя там, блядь, хоть 40, хоть, блядь, 200 тысяч ПР, 300 тысяч ПР, это говорит о том, что у тебя были результаты, что ты соображаешь компетитиве. Но ты можешь не играть в игру месяц, забивать на нее хуй, и чувак, у которого там 1000 ПР, будет играть лучше, чем ты. Просто потому, что он гриндит по 10 часов и уделяет этому много усилий.